наука. Да, да, да. У нас вот такая. Бери это. Ага, о. То, что ты хочешь вам здесь показать, во-первых, это, безусловно, Акропольский холм или на Акрополе города Микены. То есть все, что вы видите, окружено такими крепостными стенами, вот это мы все с вами называем Микеной. Да? И как я вам рассказывала, вне стен Микен находится тот самый, как условно называемый, могильный круг Б. То есть это система того самого захоронения. Там вот где, например, Иван, вы что-то стоите, вот где-то здесь просто не указано на, скажем, этом макете, но здесь находится примерно то место, где только что мы были, то есть сокровищница Андрея. Плюс, дальше, если мы посмотрим, мы видим подобные гробницы, или вход в такие гробницы, с одной стороны и с другой стороны. Что это? Так вот это предполагается гробница Эгисфа, любовника Клитеминестра, а это гробница самой Клитеминестры. Но опять-таки мы с вами очень условно называем, хоть они относятся действительно к тому периоду, в котором жили и Эгис, и Клитеминестра, и Агамемнон, но доподлинно мы с вами не можем утверждать, что это именно их гробница. Хотя, возможно, кто-то из них действительно там был захоронен, потому что они были разграблены. Плюс дома жителей Микен, они находились еще и вне стен, крепостных стен Микен. И если это самые, что называется, бедные слои населения так жили. Но если того требовала ситуация, наблюдался враг. Дома, естественно, были брошены людьми, жителями этого города сгодились и прятались в крепостных стенах. Я вам говорила, что здесь действительно пещера стен, она действительно поистине вот впечатляет. До 15 метров ее толщина. То есть представьте, какой это должен быть, соответственно, мощно укрепленный город. То каждый блок он весит не меньше, чем около 500 килограмм. То есть каждый блок, ну 300-500, меньше не бывало. А бывало и по 20 тонн, и по тонне, и по 12, по 15. То есть достаточно хорошо укрепленный мощный город. И, конечно, мы с вами зайдем в этот город под названием город Микена Золотобельный. Первое, что мы встретим на своем пути, это знаменитые львиные ворота. Это самое первое, пожалуй, известное монументальное сооружение вообще всего древнего мира. Здесь на территории, опять-таки, Греции. И внутри, естественно, стен Микены, Микен находится вот этот вот могильный круг А. 6 шахтовых гробниц, 6 захоронений, где были, естественно, при раскопках, которые проводил Шлиман, обнаружены останки 19 человек. То есть это как? Смотрите, каждая из этих гробниц, она использовалась по нескольку раз. Поэтому совершенно понятно, почему тогда там 19 захоронений. То есть каждый размер гробницы, он где-то от 3 метров длина, да, до 3 метров иногда бывает ширина. И глубина тоже соответственная, такая впечатляет. Поэтому мы использовались повторно. Захоранивали тело, все тело обкладывали золотыми пластинами. Вот это все золото сейчас хранится в Национальном археологическом музее в Афинах. Здесь мы видим небольшой стенд копий и то, что было обнаружено как в ритуальных, соответственно, камерах, гробницах, да, так и то, что было обнаружено на территории самого Алтая. В основном это керамика. Поэтому немножечко поговорим о том, что здесь было обнаружено. То, что, к сожалению, вывезли и хранится в Национальном археологическом музее, это тоже понятно. Далее, и если того требовало время, то есть умирал снова человек, то останки предыдущего человека, они просто очень аккуратно складывались в сторону, убирались ровно, как и погребальные дары, и, соответственно, эта гробница использовалась повторно. Поэтому здесь были обнаружены как останки мужчин, так и женщин, так и детей. Далее мы с вами здесь увидим так называемый дом зерноторговцев. Почему? А потому что именно в этом месте, вот под циферкой 2, то, что, скажем так, обозначается, были обнаружены обожженные зернышки. То есть, возможно, там хранили зерно или действительно его продавали, потому что вот эта площадь, она использовалась еще как торговая площадь. То есть это было абсолютно нормально. Да, внизу захоронение, наверху, в общем, торговля. То, как выглядел этот могильный круг А. Я вам сейчас покажу. И при этом пытались еще придать вид этого места как место памяти предкам. Не важно, что здесь рыночная площадь была. В принципе, вот эти надгробные плиты, которые вы видите, они тоже имели место быть. Да, давайте. То, что мне хочется вам дальше рассказать, то, что мы увидим. Конечно, мы дальше пройдем. Здесь были строения уже более зажиточного,
слоев населения Микен, то есть более высокопоставленный чиновник. Ну и, конечно, на самой-самой вершине именно этого холма располагался дворец царей. С очень интересным квадратным помещением под названием Игород. Отдельный макет именно вот царского дворца увидим в следующем зале. Плюс был еще второй, так называемый тайный выход с Микен. Это были северные ворота. Они тоже были сооружены, исходя из той же техники, как были сооружены львиные ворота. То есть тоже монументальное сооружение. Но внешне они не будут украшены, например, изображением львиц. Но тем не менее, вы можете потом даже дойти до этих северных ворот и из них выйти, соответственно, таким образом выйти с Акрополя. Где-то здесь находится и источник Персея. То есть это цистерны, где, собственно говоря, собирали воду. До сих пор там вода есть, она бьется. Но для того, чтобы спуститься непосредственно к началу этого источника, нужно в глубине пройти 17 метров. Там очень покатые скользкие ступени, и там темно, там это все не подсвечивается. Мне было страшно, я 5 метров прошла и развернулась, сказала, нет, как-то я не буду рисковать дальше, потому что там нужен мощный фонарь. Но услышать воду там теоретически, конечно, можно. И она была построена, такая своеобразная галерея, внутренняя 17 метров глубина уходящая, как строили вот эти мосты микенские, да, вот я вам рассказывала, да, плотно-плотно прижатый камень. Вот так вот выстроена вся галерея, уходящая во внутрь. Перед нами, безусловно, этапы археологических работ, которые здесь проводились, начиная с 1876 года. Первый человек, который действительно начал все эти археологические работы, был, конечно, Генрих Шлиман. Вообще очень любопытная действительно была фигура, очень противоречивая фигура. Он не был профессионалом, он был археологом-любителем. Он, между прочим, был купцом первой гильдии. 18 лет он прожил в России. Он сколотил свой капитал изначально на продаже индиго. Как красиво это звучит, продажа, торговля индиго. А закончил тем, что он продавал сырой порох в крымскую компанию. Это плюс ко всему. И он еще и торговал оружием. При этом еще и продавал продовольствие, причем это было такое немножко протухшее уже мясо. То есть на этом он сколотил свое состояние. Как он пишет, что он с детства грезил действительно вот этими археологическими работами, он грезил Трою, что он ее найдет. Но если поднять его старые письма, написанные отцу, брату или там другу, то ни слова о Трое не было сказано. То есть это была очень хорошо придуманная история. Но тем не менее, он был, между прочим, гражданином Соединенных Штатов. Как он стал гражданином Соединенных Штатов? Достаточно случайно. Он приехал в Калифорнию, чтобы вступить в наследство от умершего двоюродного брата. А в то время, когда он только явился в Америку, в Штаты, вступил в действие закон, что каждый человек, который находится сейчас на территории Калифорнии, ему даруется гражданство Соединенных Штатов. Так, собственно, он стал гражданином Америки. И именно находясь на территории Америки, он подает, скажем так, документ о разводе со своей первой супругой, русской по происхождению, в которой было рождено трое детей. Но послание, скажем так, которое было подписано царем, Александром III, сказал, пусть приедет, посадит. То есть он так и больше никогда не приехал в Россию. Жизнь у них в России с первой супругой не сложилась. Он женился второй раз на гречанке Софии, получается, при этом не разведясь с русской. И у него от второй супруги, от Софии, было двое детей. Сына он назвал Агамемнон Шлиман, а дочь он назвал Адраванха Шлиман. Они, кстати, очень долгую жизнь прожили, умерли где-то в 95-80-х годах. То есть им было где-то так далеко за 90. И, между прочим, говорят, что он устроил даже экзамен своей супруги Софии на знание истории Греции. Видимо, она выдержала его. Но, тем не менее, фигура Шлимана, хоть является противоречивым, но это человек, который впервые начал относиться к трудам Гомера как к литературному, не как к литературному, как к историческому труду. Именно он доказал, что в Турции на этом холме есть орлы, располагается легендарная Троя. Да, если здесь он ошибался на 400 лет, то есть 4 века, да, увидел раскопан гробницы, датировал 16 веком, и говорят, что это маска Гомера, который жил в 13, да, 12-13 веке, то там он ошибся на 900 лет. Но тем не менее, он в конце жизни это понял. И за полгода смерти он умирает в Неаполе, потом его тело было перевезено в Грецию, захоронено в Афинах, Софии его перезахоронили, естественно. Так вот, он за полгода до своей смерти приехал в Трою, и как писал его ближайший товарищ Диопфель, очень известный такой научный кругах археолог, который потом правильно датировал все события, что он был свидетелем того, что как Шлиман ходил по Трое и плакал, понимая, что он... Какую роковую ошибку он совершил? Он снял тот самый слой, где был клад Приама, он слой снял, где была Троянская война, он его попросту разрушил. Поэтому он нашел там золото, кстати, частично золото Трое, оно хранится, между прочим, в Эрмитаже.
вы его точно можете там увидеть. Помимо, конечно же, Шлимана, кто работал здесь. Здесь работала британская археологическая школа. Они работали как до Первой, как до Второй мировой войны, так и после. Они, конечно, уже вносят поправки в те выводы, которые сделал Шлиман. Ну, а закончены были работы уже примерно где-то к 60-70-м годам 20 века, полностью были завершены. Это уже греческими археологами все проводилось. То есть зал, в который мы сейчас с вами зашли, это зал, где были обнаружены, или то помещение, где были обнаружены на территории Акрополя Микен, в царских дворцах, были обнаружены все эти сосуды, части плесок, части очень интересных символов. И вот смотрите, мы с вами были в увеличенном виде, сейчас, конечно, видим макет именно дворцового комплекса, то есть дворец царя. И что здесь действительно представляло очень любопытный интерес. Во-первых, конечно, все вот эти помещения, они использовались исключительно как жилые помещения для царской четы, ну, или для царевики. Но вот это помещение было очень-очень загадочно. Оно называется Мегарон. То, как оно выглядит на Акрополе, вот там. До него можно теоретически, естественно, дойти, чтобы вы увидели. Вот так выглядит это культовое сооружение. Но когда... Да, точно так же, в принципе. Но предполагается, как оно выглядело раньше. А выглядело оно вот так. То есть было что-то, и потом не стало ничего. Да, конечно. И свидетельство того, что это помещение было расписано, вы видели часть прессок, которая частично восстановлена, и предполагается, что это были определенного рода изображения. То есть это были какие-то ситуации. Возможно, это был процесс отхода. Потому что Микены, они не были теми самыми воинами, они были воинами, потому что они при этом существовали за счет земледелия, скотоводства. В большей степени были скотоводами. Плюс ко всему, это, возможно, какой-то определенный ритуал. И, например, очень часто вообще в микенской живописи или в микенской пластике будет присутствовать изображение символа бесконечности или цифры 8 в разных ее вариациях. Вот посмотрите, да? Чем вам не 8 практически? Что оно обозначает? То есть, видимо, это число играло, или этот знак он играл определенный какой-то сакральный смысл в определенных же ритуалах. Поэтому мы очень часто встречаться, об этом еще поговорим на голове. Далее, то, что мне хочется вам сказать. Каково, какой цели служило вот это помещение, вот самый Мегарон, да? Говорят, что там проводились определенные ритуалы, определенные мистерии. Смотрите. Культ олимпийских богов здесь возникает лишь только в 14 веке до нашей эры. Все, что находится в пределах города Микен, все это датируется по меньшей мере 16 века. То есть за 2 века до культа олимпийских богов, до появления Зевса. Поэтому мы здесь с вами видим изображение хтонических богов. Кто это? Никто не знает. Но было принято, безусловно, ассоциировать определенные стихии, ну, допустим, воду, огонь, землю с человеком. И поклонялись, например, богине матери или богине той, которая дает жизнь. Да? То ли это земледелие, то ли это какое-то действительно очень интересное божество, которое мы с вами ничего не знаем. И по определенным, скажем так, выпуклостям мы с вами подозреваем, что в принципе это женские фигуры. Многие как говорят, что, ну, не знаю, женские не женские, но уж больно инопланетян напоминают. Но ведь действительно они имеют какой-то совершенно очень интересное отображение. То есть это какие-то божества. Каково было их значение, для чего? В принципе, история умалчивает, мы, к сожалению, не знаем. То есть их принято было ассоциировать именно с какими-то стихиями природными. Далее. Почему здесь, например, мы видим изображение змеи? Скорее всего, это тоже имело какой-то сакральный смысл в ритуале, который устраивали. Возможно, змея нас самой собой олицетворяла некую землю, да? То, где она живет, да? То, к чему она передвигается. То есть опять-таки поклонялись вот подобному существу. Плюс здесь вы видите те изделия гончарные, которые были изготовлены без гончарного круга. Гончарный круг возникает как раз в расцвет микенской эпохи, когда сюда приходят ахейские племена, те светловолосые, голубоглазые люди. Поэтому это было выглядело лишь только руками, но при этом старались уже обожечь, чтобы, естественно, использовать эту посуду в качестве, ну, обычной посуды в доме. Плюс мне хочется вам показать очень интересные такие, я даже не знаю, потому что если я их назову, как они называются, нужно
будут понять, для чего они. Я хочу, чтобы вы просто запомнили вот эти небольшие камушки, которые имеют, между прочим, отверстие. Вот каким целям служили эти камушки, я вам покажу чуть раньше. Они были изготовлены из определенного цвета камня. То есть камень, если внимательно посмотрите, он имеет разный оттенок, в том числе и синюю краску такую своеобразную. Далее, то, что мне хочется вам здесь показать. Во-первых, по фреску, ту керамику, которую вы здесь видите, в витрине, это все было уже изваяно, скажем так, после 14 века, то есть 13 век до нашей эры. То есть из древнейших времен все, мы с вами ближе к нашему времени. Это все изготовлено, естественно, уже на гончарном круге. Но плюс здесь, действительно, интерес представляет очень интересная фреска, очень интересная рисунок. Возможно, опять-таки, это изображение какого-то ритуала. То это как он предполагается по-настоящему выглядел. Смотрите, здесь изображение женщины, которая в своих двух руках держит колосья. То есть, возможно, это опять-таки олицетворение богини земли, да, или богини, которая дает урожай. Поэтому и колосья мы здесь видим. Плюс изображение грифона. Вообще грифоны, сфилти, они являлись совершенно обычным изображением, как в одежде вышивали их. Так они играли, видимо, тоже какое-то сакральное значение. То, что сохранилось вот от этой фрески, это то, что мы видим сразу перед нашими глазами. И самое интересное, опять-таки, здесь мы видим микенскую женщину, грудь, у которой оголена. То есть женщина играла достаточно большую значимую роль. То есть это могла быть как сама микенская женщина, так или это могла быть какая-то жрица, которая участвовала в этом ритуале, которая организовывала этот ритуал поклонения, допустим, вот тем хтоническим божествам. Вот кто был на Крите, кто был в Кносском дворце, возможно, вы там побываете. Это практически точное повторение изображения именно минойской цивилизации, которая существовала чуть раньше, чем, например, на 5 веков, чем микенская цивилизация. И это свидетельство того, что микенцы стали преемниками той самой крито-минойской цивилизации. Они ее в какой-то степени поработили, и они позаимствовали очень многое. То есть ту технологию, которая была в росписях, например, и в производстве керамики, они заимствовали у минойцев. Здесь на секундочку мы с вами задержимся, потому что нам здесь чисто схематично дают понять того, что мы с вами спускаемся, что называется, в гробницы. То есть тот самый потусторонний мир, и будем видеть те находки, которые были обнаружены при раскопках именно захоронений. И то, что вы видите, это такое схематичное изображение входа в сокровищницу Атрея, где мы с вами, собственно говоря, были. Вот те самые полуколонны из Ростов, какая-то очень интересная живопись. Была ли она такой, или она была просто однотонной, никто не знает, опять-таки, это наша с вами фантазия на эту тему, потому что недоходность нам неизвестна. То есть это все то, что было теперь уже обнаружено в гробнице. То есть это небольшие дары. Единственный небольшой стенд, который вы сейчас здесь видите, вот это все копии. Все остальное здесь подлинники. Подлинники вот этого стенда, они находятся в Национальном археологическом музее в Афинах. И что вы здесь видите? Во-первых, это, конечно же, оружие. Как предполагалось, это оружие того самого Агамемнона, по меньшей мере. Плюс золотая маска. Тогда Эйден Шлиман, когда обнаружил в шахтном могильнике под циферкой 5 вот эту маску, он написал телеграмму королю Греции, что я видел лицо Агамемнона. Неважно, что этой маске, скажем так, она на 400 лет старше, чем сам Агамемнон. Но тем не менее, были также обнаружены, например, маски с изображением льва, какие-то золотые кубки, потом на самом деле золотые прекрасные украшения. Пусть это копия, но она все-таки дает представление, как выглядели те изделия подлинные, которые хранятся сейчас в музее в Афинах. Украшения очень красивые. И вот эти своеобразные зажимы, которые, видите, или броши, для чего они ему были нужны? Все-таки, видите, микенские женщины, они носили одежду из ткани. Это не были какие-то шкуры. Чтобы можно было создать некую такую складчатую систему одежды, да, они, естественно, применяли специальные броши или зажимы, которые эту складчатую структуру создавали. То есть богато украшали свои одежды. Помимо богато украшения одежды, они, конечно, не всегда хорошо украшали. Поэтому мы с вами тоже поговорим. То, что вы здесь видите, вот там позади, это вся та керамика, которая была обнаружена при раскопке. То есть то, что было в качестве прибольного дара. Хорошо понимаете, это все то, каждый из этой керамики, каждый из этого сосуда, представьте, что это был автомобиль.
вот таково было значение керамики в ту эпоху. Это был предмет экспорта. Ее продавали, за счет этого мы жили. Помимо керамических сосудов, наверное, скажу больше, керамики вообще гончары процветали. Это было очень процветающее производство и промысел. Они изготавливали еще части для водопровода. Уже, ну скажем так, к 6 веку до нашей эры известно о существовании водопроводной системы. Я вам водопровод в Афинах покажу. Сегодня мы спустимся с вами в метро. Это на самом деле, мне кажется, самый ценный экспонат. Что кажется здесь? Что здесь? Что здесь? Это, конечно, женские украшения. Между прочим, если вы внимательно присмотритесь, вы тоже точно должны узнать, что это за камни. Гранаты? Нет. Янтарь вам напоминает? Да, то есть, смотрите. Действительно, получается, Костя, купцы или кто-то имел связи с Балтикой, потому что янтарь только на Балтике. Я вам могу сказать, что керамику микенскую действительно обнаружили в Скандинавии. Где это, да? Плюс это, конечно, золотые украшения, большая чеканка по золоту. А вот это, между прочим, бронзовая пластина, которая была до такой степени отполирована, что это было женское зеркало. То есть такой своеобразный женский столик. Это тоже украшение, которыми отшивалась, расшивалась одежда и, конечно, своеобразные бусы. Плюс посмотрите, как на самом деле очень интересно и любопытно. Это тоже были погребальные дары. То есть это было обнаружено в тех гробницах, где были обнаружены останки женщин. Поэтому был своеобразный такой вот дамский сундучок. И в этом сундучке были сложены абсолютно такие вот, ну, женские какие-то штучки. То есть, возможно, амфоры или какие-то сосуды, в которых были благовония, какие-то, возможные масла, да, которые умасливали свои тела. Плюс ко всему, также было в этой же гробнице обнаружено и останки ребенка. Поэтому мы с вами видим детские игрушки. Это детские все маленькие игрушки, и с этой стороны тоже. Плюс характерной чертой микенской керамики является определенная форма и наличие определенного количества ручек. Это вот больше нигде, ни до, после, ни до, ни после это встречаться не будет. Вот то, что вы видите с тремя ручками, вот подобные сосуды, они были различных размеров. Вот они-то как раз в них и хранили или оливковое масло, или, допустим, зерно могли хранить, ну или что-то еще хранили в них. И именно такие сосуды или надписи о таких сосудах данных были обнаружены в глиняных табличках. То есть как раз вот эти, то, что расшифровали два английских ученых. То есть сколько сосудов, с каким количеством ручек, в данном случае с тремя ручками хранится в этом помещении, их там 100 штук, да, и так далее, и тому подобное. Вот то, что вы видите здесь, изделия из металла, их Шлиман назвал доспехи Агамемнона, но они единственное, что они датируются 15 веком до нашей эры. То есть Агамемнон у нас жил с вами в середине 13 века до нашей эры. То есть опять-таки Шлиман ошибался во времени. Но что это такое? То есть это были захоронения какого-то военного. То есть, возможно, это был тоже представитель какой-то царской семьи. Любопытно то, что часть действительно металла прекрасно сохранилась, между прочим, написано на древнегреческом языке. Да? Вообще очень интересно. А вот часть клинков, например, они обожжены. Почему? А дело все в том, что в ту самую эпоху, когда, о которой описывал нас с вами Гомер, захоронение выглядели тоже определенным способом. То есть два вида было захоронения. Это были вот те самые таосы, которые полностью тело, скелет или тело человека обкладывали золотыми пластинами. Дальше у нас появляется, то есть вот такого рода захоронения сменяются другими захоронениями, погребальными кострами. Достаточно вспомнить ту эпоху, когда, согласно Гомеру, когда убивает Патрокла, друга Ахиллеса, Ахиллес вводит четверку лошадей на погребальный костер и сжигает этих лошадей. Ну хорошо, я понимаю, что это уже трупы животных, потому что ни одна живая лошадь в огонь не пойдет. Так вот, были специальные погребальные костры. И предполагают, что проводилось захоронение следующим образом. Действительно, тело сжигали, но в какой-то момент тушили этот костер и должны были сжечь только мягкие ткани. То есть тело потом вытаскивали, его также богато украшали, оправили, возможно, теми же самыми золотыми пластинами или каким-то саваном накрывали, да, с богатой вышивкой. И потом, конечно, приносили жертвоприношения. Очень часто говорят о том, что сжигали таким образом и еще и доспехи, скажем, оружие. Поэтому, возможно, эти были оружие, участвовали вот в этом погребальном костре. Но многие также говорят, то есть две версии, откуда это все. Микенов был пожар.
Поэтому это оружие, оно могло бы просто быть подвержено, сгорело при этом пожаре. Ровно так, как и при этом пожаре сгорели бы видите. Смотрите. На противоположной стороне вы увидите монеты микенской эпохи. Они датируются разным периодом. Там подлинники есть увеличенные. А вот это и есть глиняные таблички с надписями, выполненные в стиле микенского или глиняного письма Б. Это то, что расшифровали. То есть смотрите, бралось глиняным, кусок глиняным. Из нее изготовилась какая-то табличка. Брались вот те самые из дерева или кости, что называется, ручки. Естественно, на этой глиняной табличке что-то писалось, вот как в данном случае это были описи микенских дворцов, то, что хранилось в том или ином помещении. И потом при необходимости эта глина могла быть повторно использована. Каким образом? Ее просто замачивали в воде, она при воде снова размокала. Но как сохранять? Ну, пожар. И таблички были просто обожжены. И благодаря этому пожару они уцелели до нашего с вами времени. То есть она не размокла, хотя она была подвержена такому термическому воздействию. Поэтому мы с вами можем говорить, что здесь лежит, что хранилось. А вот эти сосуды, о которых-то как раз идет речь. Да? Далее. То, что вы здесь видите, вот это так называемый клад кузнеца. То есть в ту эпоху знакомы были с железом, были знакомы с бронзой. И вот такие топоры, именно с таким, что называется, это клинком не назовешь. Скажите, как это правильно? Забыла, вылетело слово у меня. Какая-то штука, но нет, балдашки. Как вот называется она? Топорище. Топорище. Оно имело двойную такую структуру. То есть его можно было как с одной, так и с другой стороны, естественно, им работать. Так вот, такие топоры, они назывались лабрисами. Лабрис дает название, и вообще от этого возникает слово лабиринт. Это и есть лабрис. И, между прочим, при раскопках именно Кносского дворца, я не зря вам говорю, что очень связана эта культура, там было обнаружено очень много изображений вот тех такого топорища, да, которые как с одной, так и с другой стороны, от того самого лабриса, поэтому возникает вообще собственный лабиринт. То, что вы здесь видите, это то, что, с чем мы практически с вами ежедневно можем сталкиваться. Это, в принципе, искусство, которое называется глиптики. Что это такое? А ежедневно мы с вами сталкиваемся с тем, что мы практически ежедневно видим печати, ну и очень часто можем просто видеть женские украшения под названием камеи. А между прочим, они действительно тоже принадлежат к этому искусству глиптики. Когда брался то ли полудрагоценный, то ли иногда и даже драгоценный камень, и когда, например, вырезались, это печати. И, например, вот это, под 14 цифрой, мы видим с вами изображение двух львов, рядом с каким-то алтарем, то ли это ионическая колонна, скорее всего, какой-то алтарь. Так вот, когда берется камень, вырезается внутри него изображение, это мы с вами будем в итоге называть печатью, а когда берется камень и вырезается таким образом, что изображение выступает над поверхностью камня, это женское украшение камней. То есть это все было датировано 15-14 веком до нашей с вами эры. Что касается на противоположной стороне, это безусловно уже распространение микенской культуры по всему Средиземноморью. То есть шло вся Южная Италия, Испания, в Англии, в Балтике, то есть знакомы были с микенской культурой. Я вам говорила опять-таки, что вот эти все сосуды, керамика микенская, она была предметом экспорта. Плюс дальше вы можете увидеть предметы, которые использовались в ритуалах. То есть это были какие-то ритуальные действия. Опять-таки мы с вами очень часто встречаемся вот на той самой изображении цифра 8, да? Вот она 8. То есть какое-то, видимо, сакральное значение имела эта цифра или это изображение. То есть, ну, действительно, не зря мы называем ее такой символом бесконечности. То, что вы видите здесь, это тоже очень глубокое. Да, это более. Это, конечно, пинцет. Да? То есть знали, что такое. И, конечно, расчески. Плюс какие-то такие исключительно женские штучки. Возможно, здесь были здесь какие-то белила, которые использовались для того, чтобы отбелить лицо. Да? Возможно, были какие-то опять-таки угольки, да, которым подрисовывались на дереве.
макияж, скажем, делался, да, соответственно, вот такой вот женский столик. И вот плюс, то, что я хотела вам показать, вот те бело-синенькие штучки, которые мы с вами видели, это были своеобразные грузики при, соответственно, системе или как таком ткацком станке. То есть это маленький ткацкий станок. И, соответственно, чтобы нити не запутывались, нужно все-таки иметь какую-то было такую тяжесть на конце этой нити. Поэтому это вот такой вот маленький ткацкий станок. А это иголки, между прочим. Зубочистки. Зубочистки иголки. Так, мы сейчас заходим. Мы идем в сторону львиных ворот. Почему это не львы? Да одной простой причине мы с вами не видим. То, чтобы вот давало, что это львы. Это на самом деле львицы. Опять-таки, возможно, это символ того, что женское начало всегда большую роль играло. Вот в образовании, скажем так, и функционировании микенского государства. Ну и, конечно, плюс ко всему, надо хорошо понимать, как здесь достигалась вот эта определенная структура при постройке. Смотрите, используют так называемую ступенчатую пирамиду. Когда берется определенный блок, да, на него, чтобы создать вот треугольную часть, для которой потом идет вот рельеф из более другого камня, соответственно, сдвигали, да, соответственно, следующий ставили, тоже сдвигали, сдвигали, сдвигали. Но опять-таки, если не было бы здесь никакой тяжести на другом конце, это бы все просто разрушилось. Поэтому создавали уже не землей эту тяжесть, а создавали другим блоком, и ставили. Потом постепенно все это просто вырисовывало в такой единый абсолютно комплекс. Безусловно, проход к городу, вот этот вот своеобразный тромбус, конечно, был еще и для того, чтобы все-таки избежать какого-то такого стороннего вмешательства. То есть это для меры безопасности были приняты. И если враг слишком близко подступает к мединским стенам, то, соответственно, просто сверху любое все, что можно. Были и стрелы, и, конечно, и кипящее масло. Таким образом, враг, конечно, был уничтожен задолго до того, как он проникал вообще на территорию, соответственно, царского дворца. И, ну, Микены, опять-таки, разрушены были, видите, таким стихийным каким-то пожаром или каким-то событием, которое повлекло за собой уничтожение этой цивилизации. То есть должно что-то здесь было такое произойти. Ни одному из многочисленных завоеваний, которые проходили тогда по Пелопоннесу, микенской цивилизации, вообще Микены, они не были подчинены. То есть они как внезапно появились, так и внезапно, собственно говоря, были разрушены. Это вот на примере, да, вот этих племен в Мексике. Внезапно что-то появляется и также внезапно исчезает. Объясняют, что приходят другие, более сильные племена. Но если мы с вами говорим, то, что дарийцы пришли где-то по рубеже, ну, с натяжкой 12 века, они в основном пришли 11-м. Микенская цивилизация, она уже в 12 веке прекратила свое существование. Но так говорят многие ученые.
Так что нам с вами остается, в общем-то, фантазировать на эту тему. Очень много домыслов, так что подключаем наше воображение. Плюс ко всему, конечно, то, что я хочу вам показать. Сохранились такие специальные отверстия от засов, которым закрывались, естественно, двери вот этих врат. Плюс, когда вы вовнутрь зайдете, с правой стороны вы сразу увидите небольшие такие руины, сохранения. Это все то, что было и называется дом землевладельца, то есть где были обнаружены обожженные земли. Плюс также, чуть дальше пройдя, вы обнаружите еще тот самый могильный круг А. Смотрите, да? Но выглядит это будет вот так. Плюс я вам хочу еще показать здесь изображение самого Агамемнона. Умер, но все-таки он навсегда остался рядом с легендой. Пойдемте, я вам покажу Агамемнона, и у вас будет ваше свободное время. Потому что, опять-таки, у кого-то ритм один, тот решит дойти до северных ворот. А это 30 минут здесь будет достаточно, потому что это все очень рядом находится. Водичку попей. Я не шпила, у меня еще как-то... Вот смотрите. Если вы внимательно посмотрите на противоположную горную гряду, очертания этой горной гряды ведь напоминает лежащего человека. Это и голова, надбровные, соответственно, дуги, нос, как будто руки лежат, да, вот на туловище. Вот это все говорят, что есть изображение Агамемнона. Я вам здесь нарисовала практически портрет Агамемнона. Это действительно очень интересно, действительно, контуры именно этой горной гряды. Здесь выход один. Соответственно, чуть выше, если вы подниметесь, вы сверху сможете сфотографировать могильный круг А. Это то, что находится сразу с вашей левой стороны, вот здесь. Дальше, пройдя, вы выйдете, как его привод, чтобы вы хорошо понимали, где, собственно говоря, царский дворец. Вот здесь железные такие, скажем, прикрытия, которые вы видите. Своеобразный перила. Там уже царский дворец. Пройдя этот царский дворец, вы сразу автоматически выйдете к северным воротам. Они не настолько монументальны и впечатлительны, но они тоже построены достаточно больших плотных вот этих вот блоков. И выйдя через них, вы в итоге автоматически выходите потом к, соответственно, нашему автобусу. Хорошо? Можно круг сделать, да. All around the royal family. And the people were living, like, working for the king in a way. But they had a very good connection with the royal family. Ну что, пойдем? Не, Миш, я слушаю, я опоздаю, Юрий, после чего. Да пойдем, пойдем. Тут не добиться. Как же надо же округ именем снять. И царские врата. Миш, ну а я-то что? Так я иду. Я иду. Там море? Ага, сфоткай. Море ты видишь? Вот тут курган, в котором мы были. Ух. Вот Юр, Никен. Еще много мифов. Читаешь? Вот. Как много раз я говорил. Все достопримечательности крупные. Сюда. Они всегда прохладные наверху. Южных городах.
какая красота, ёп. Смотри, какой вид. Санский дворец. Ну да. Вот моя комната, по-моему. Вот это она. Да, и отсюда как раз такой вид открывается. Туда. Да, здорово. Ворота-то там вторые. Там источник, что ли? Там источник этого, Персея? Скорее всего, он у вас. Есть. Нет. Да я думаю, вполне можно с фонариком моим спуститься. Еще не по таким катакомбам с ним ползал. Хотя он барахло, конечно. Ну, в общем, достаточно. Давайте пойдем посмотрим. Да. Давно кричать не стоит, скажу, ничего не хочется. Да. Да. А то потом придем и... Ну, воды вообще как-то не слышно. Пересох источник, по-моему. Нет, ну, свет. Ну, свет-то есть. Тут надо глазам привыкнуть. Фига себе. Да, тут темнота, тут темнота. Только надо глазам привыкнуть. Иначе... Что ни хера не... Глаза, потому что со света. Нет, тут реально уже хорошо понятно. О, не, нормально. Абсолютно все видно. Блин, вы это вы. А мы это мы. Да, ступеньки, конечно, скользкие. Съемок, ступеньки... Ох ты, елки зеленые, а? Какая тут штука интересная. Что-то. Перегородка непонятная. А, ну ясно, поставили. Не, пройти можно. Да. Понятно. Thank you.
¿Quién vive allá? Tú, aquí acaba la presión. ¿Tú lo de la linterna, mi amor? Привет, тихо. Идем, идем. Нет там источника. Там никакого, пересох он давно. Не пройти даже, да? Пройти? Доходишь до определенной точки, где должен быть источник, и видишь голые камни. Фу, ну там холодно. Но прохода насквозь нету, да? Нет. Конечно, нет, это источник. Это источник Персии. Фу. Это источник Персея. И легенда про него вся. Фу. Даже не по типу, это дупу есть. Видимо, забавно. Много. Дуб? С колючими этими. Так, колючий дуб. Смотри, отсюда я. Это так, дуб. Это желуди. Я дошел-то. А, ну нету воды. Высохла вся. Обманули. Зато там прохладно. Не, на самом деле, просто с такого яркого света, когда заходишь, очень глаза это самое. Не привыкают. Когда спускаешься туда, уже нормально становится, все видно хорошо. Там солярий.